6 февраля. Куда едем? Сдать экзамены. По каким предметам? Математика, литература, окружающий мир, русский язык. Все в одном тесте. Да. Итоговая комплексная работа, правильно называется? Да. Волнуешься? Не очень. А я волнуюсь. Да, я тоже волнуюсь, только не очень волнуюсь. Ну, мы же все знаем с тобой, правильно? Да. Это разве что может волнение подвести? Ну, давай так, берешь себя в руки, правильно? Как да. я тебя учила. Любая оценка – это оценка. Стараемся мы на какую оценку сдать? На пятерку с плюсом. Стараемся на пятерку. Но, главное – приложить все сердце, всю память свою поднять наружу, да, сказать: память, работай давай на меня, вспоминай все, что мы с мамой учили. Мы все с тобой это учили, еще раз повторили, поэтому я верю в тебя. Поехали. Сегодня очень хорошая погода. Мама у нас ведет машину. Веду, там никого нет. Там никого. В этот раз, Паша, поедем сразу через реку, правильно? Да. Так, никого нет? Никого. Нам в прошлый раз сказали, что мы в школе можем взять лыжи, да? До конца зимы. Может, сейчас подойдем сразу к этому, к учителю по физкультуре? Что? И спросим за лыжи, а? Что думаешь? Видишь, дети на лыжах катаются. И вот мы сейчас подойдем, спросим. Сколько детей сейчас? Да много, Паш? Шумно. Ну что, заходи. Ждем комиссию, да? Сейчас подойдут еще несколько человек. Тут же по, на, как это сказать, на семейном образовании принимают экзамены по 2-3 человека. Правильно? Понятно. Да. Ну, один учитель принимает и 2 человека свидетеля, или там 1-2, которые смотрят. Как в тот раз с нами тетя была, да, на экзамене? Да. Мы просто никого не снимаем, чтобы, ну, мало ли, не хотят они, да, чтобы их снимали. А так вообще здесь в классе сидят несколько человек и принимают экзамен. Выбирай парту, сказали тебе. Какую, за какой хочешь сдавать? О, все. А мама тогда здесь рядышком сядет. Это с двух текстов, да? Первый текст ты прочитаешь вслух. Я посмотрю, сколько ты в минуту слов читаешь, да? Второй текст. А дальше пошли задания по тексту. Первое задание. Ты будешь работать с текстом номер 1. С вот этим текстом. Второе задание. Тоже с этим текстом номером 1 будешь работать. Затем здесь написано «обсуди с соседом по парте», но у нас нет соседа по парте. Ты сам соединишь, да? Слово сопоставишь с буквами и звуками напротив, да? И найдешь правильно, соединишь стрелочки. Тут два звука. Правильно? Стрелки в начале слова. Ты все знаешь. Молодчинка. Здесь уже будешь работать с текстом номер 2, да? С таким текстом. Все, внимательно. Если будут у тебя трудности в каком-то вопросе, не стесняйся, спрашивай, ладно? Ну-ка вслух читаешь первый текст. А по моему сигналу ты останавливаешься. И там, где становишься, ставишь черточку, хорошо? А мы потом посчитаем, сколько слов у тебя получилось. Все, давай. А можно я просто буду ставить пальцем? А ну ты пальцем, я черточку. Все, приготовился? Начали. Бежал ежик по дорожке, только быстрые пяточки мелькали. Бежал и думал: ноги мои быстрые, колючки мои острые. Я ж у тебя в лесу проживу. Постречайся с улиткой и говорит: ну-ка, улитка, давай на перегонки. Кто кого перегонит, тот того и съест. Глупая улитка говорит: давай. Давай, вот здесь вот пиши сверху. Поздравляем сверху. Пашуню с пятеркой. 19 баллов из 20 набрал. Сыночка. Угу. Че, второй раз гуляем? Да. Ну что, отличник ты наш? Да. Я думала, сдам хотя бы на 4 с плюсом, но сдал на 5. Сына, так просто горжусь тобой. Так рада за тебя. Я тоже рада. Вообще, сейчас приедем, всех будем это. Да. Радовать, да? Да. Уже не будем шутить над ними? Не будем. Сейчас скажем нашу настоящую оценку. Сразу. Да. Ура! Ты выбрал, куда пойдешь или что закажешь себе? Нет, у меня так много мыслей. Нельзя, я зимой в лес, это точно. Ну да, в лес мы... На Паша хотела с ночевкой. Ну какая зима, лес, ночевка? Угу. Ну давай, подумай. А в Суперкид у нас больше не осталось на этой карточке часов. Не осталось, да. Горжусь! Молодец, сыночек. Молодец, солнышко. 19 баллов.
представляешь? Давай, он Джесси тоже хочет порадоваться с тобой. Пойдем всех радовать. Забегай, громко кричи: пятерка! Пятерка, пятерка, пятерка моя. Ах, пятерочка, пятерка, пятерка моя. Тихо. Что вы попасть никак не можете? Обнимайтесь, обнимайтесь, поздравляйте Пашу. Да, да. Пятерка Паша заработал. Пятерку. Ну что, ребята, теперь выбирайте, куда идти. Давайте совет устраивайте, скажите нам. Я думаю, зрителям будет тоже интересно. Идите в комнату, садитесь, устраивайте мини-совет свой детский. И нам объявите свое решение. Ну что, что решили? Давай, мне же надо как-то видео закончить. Ледяные горки. Ледяные горки? Да. И мы пообещали еще дополнительно там купить на батутах попрыгать, правильно? Два раза. Батута каждому по два раза. Кроме Саши. Ну, Саша, да, он боится. Ну что, довольны? Да. Все, а то они тут долго совещались, что они только уже не передумали. Говорю, ребят, вы как-то определяете, что вы хотите. Все, определились, идем на ледяные горки. Да. Пригласим тетю Люду, дядю Сашу, Диму с собой. И постараемся пойти тогда, когда будет прям вечером, да, чтобы красиво показать, да, как там светится. Одолжи наши коньки дяде Диме и тете, и Саше, Диме и Саше. Дядю Саше, да. Мои? Коньки, это Тёмыны нужно одолжить и Папыны, чтобы они тоже научились кататься. Ладно. Да? Да. Потому что женских у нас нет, у тети Люди я не смогу, к сожалению, дать, потому что у меня самой нету коньков. А мы будем вас снимать, общаться с тетей Людой, Сашу развлекать, потому что он тоже на коньках еще не катается, правильно? Да. Все, ребята, поздравьте еще раз Сашу, ой, Паша у нас отличник, в этом году все на пятерке сдал. Молодец. Поздравляем тебя с отличником. Да, спасибо. Нам даже предложили в школе повесить фотографии, там у них есть доска почета, отличники висят, и говорят, сделайте Паше... Да, отличники начальной школы. И вот Паше предложили сделать фотографию 9 на 13. Уже два раза подряд пятерка. Отлично. Молодец. И первым, да, два раза. Да. Так что поздравляем тебя, сыночка, все поздравляем. Мы тут уже его обнимали, тут прям как мы его только не поздравляли. Определились, куда идем, все. До следующих видео обязательно увидите, как мы пошли на горки. И что-то постараемся там поинтереснее сделать, правильно? Да, да.